Место непрерывного образования в практике врача. Какие, на ваш взгляд, наиболее оптимальные методы? Дистанционные либо очные методы? Наверное, это прямой вопрос моей профессии, должности, поскольку я профессор кафедры поликлинической терапии, кафедры выпускающей, именно кафедры, готовящей врачей первичного звена. Вопрос очень актуальный. Но я, как воспитанник классической школы и имею опыт именно преподавания в классическом вузе, а это Сибирский государственный медицинский университет города Томска, который всегда славился великими учеными, прославленными учителями, у которых мы учились. И продерживая традиции классической школы, конечно, образование должно быть классическим, но с условием и современными методами. Абсолютно подтверждаю факт, что дистанционное обучение должно включаться в программы обучающих программ. Это современно, это актуально, это позволяет работать с большой массой аудитории и очень интересно для студентов, потому что их пространство сейчас очень широко в интернете, и мы должны быть на уровне в этом плане, учиться у нашей молодежи, у студентов.